вообще, чтобы он заработал. В общем, ждем опять очередных долгих от оппонента. Счет оппонент в прошлый раз выходил намного быстрее. Там мифалы до сих пор светят. Ну, тут Азика такие неплохие статы светятся так-то. Ну, артов так неплохо насыпало. То есть куда-то по дороге нам надо идти. У нас хастаты есть? Есть. То есть этот нет, не нужен. Главное, чтобы сейчас вот этого ложка не убили, а так остальное все по барабану. О, Твич заработал! Аллилуйя! Я себя услышал. Офигеть можно. Здрасте, приехали. Твич заработал. Ну, фиолетовый от коричневого должен быть, по идее, в одной зоне. И, соответственно, вот эта зона, скорее всего, переходная от коричневого к фиолетовому. И что-то я не знаю, хочу я на стык с оппонентом или не хочу. Да, статы пока вроде... Он не показывал вроде как папашку. Но у меня мяса не так уж и много. Да, есть немножко гидр, немножко... Целый ангел есть. Так, у меня нету случаем нигде... этой гильдии воров. Блин, даже до гильдии воров с Саненькой нигде нету. Посмотреть, кто такой оппонент и с чем он живет. Но он уже улик взял. Соответственно, у него должно быть все так хорошо. И он Кирю мне давно уже не показывал, на самом деле. То есть там, в принципе, должно быть все хорошо. Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней, последний кораблик остыл. Последний фонарик устал, а в горле сопят комья воспоминаний. We'll be right back.
Вот, Хотпи неужели пришел. Аллилуйя. Так, ну а что делать Брохом-то? Он вроде как хотел в папашке. Так, давайте для начала посмотрим, что там компы. Так, синий вот. И ушел куда-то в подземку. Ты вообще кто такой? Зачем сюда пришел? Так, а здесь еще Сизы приперся. Здесь еще Сизы приперся. Какой-то... Ага, и ушел. Так, а смотрим... А, ну это какой-то другой. Это... Армия на папашке 10 с плюсом уников. Нихера себе. 10 с плюсом уников, Карл. Откуда? И 20 с плюсом грандов. Нихрена там сдачка какая. Даже если все это накрывать сейчас на ложке, как пинать 10 с плюсом уников? Охренеть можно. Вот это сдача там. Так сдача. Это ни хрена не серьезно. И тут еще коричневый какой-то приперсик, говноед. Мы не звали его, а он приперся. Так, и тут еще... А, это вот это он как раз оттуда приперся. Да. Серьезные парни, конечно. Так, ну тут мне надо идти отжимать замок. Тут у меня другого выбора нету. А я успею тогда в замок. 140, 240, 330, 400, 490 успею. А наверх не пройти там... 50 с плюсом. Ну, 50 с плюсом глаз еще, в принципе, пробиваемо. Так, пятый день, 2000, и теоретически можно воткнуть птичек успеть. Теоретически можно успеть воткнуть птичек, я этим хочу попробовать заняться. Психи и птички, и, может быть, даже ИГМ. У меня денег дофига, то есть как раз-таки еще 3000 доход за счет того, что здесь две штуки. А, ну здесь, кстати, можно пройти, по идее, или нельзя, надеюсь. Я не вижу, можно или нет. Так, а здесь у нас деревушка пустая. Там оранжевый рампорт. Пустой, кстати. Но к нему никак не подойти. Надо как-то вот так сейчас двигать, чтобы на следующий ход он успел заджать еще и оранжевого компа. Так, а ты, куда бы тебя отправить-то? Куда бы тебя отправить, чтобы ты смог подкачаться, что ли? Даже отправить тебя некуда, бедолага. Даже отправить тебя некуда. Ой, а здесь коричневый еще. Ёмано, так это коричневый прям возле мейна моего. Здрасте, приехали. Тогда домой бежим. Он, конечно, может и не добежать, но цитку надо себе построить. Ну как-то все. Плюс СП можно сейчас отбить. А, я хотел еще второй ГМ воткнуть. В принципе, я психов построил, то второй ГМ. А, я не тут, вот тут. Вот так. Болты завезли. По поводу глаз, вот я не знаю. Блять, я уток не... Да что я... Что за бред такой? Ну, нафига я... Блин. О, что-то уже все торможу. Надо что-то с этим делать. Ужас. Ну, коричневый сейчас отожмет вот эту деревушку, а что дальше, непонятно. Так, ну ладно, эта обзорка довольно хороша, хорошо зашла. Я хоть буду понимать, что, где и как.
А это у нас куда ведет? Это у нас ведет к зеленому, что ли? О, Енова. Ну, в любом случае понятно, что у него по армии, по армии все шикарно. Но, в принципе, если сейчас отжать еще у оранжевого замок успеть, то, в принципе, нормально будет. Чтоб смеяться всем в лицо, когда в мое плюют, ржать до колика в боку, когда брыжут желчи, когда вороны глаза мои клюют, я смеюсь и подставляю им свою печень, когда вороны глаза мои клюют, я смеюсь и подставляю им свою печень, им свою печень. Смеяться всем в лицо, когда в мое плюют, ржать до колика в боку. Так, ладно, народ. Ну, в общем, что-то не идет стрим, и желания чего-то особого нету. Поэтому, наверное, стрим я сейчас завершу. Поэтому всем спасибо, кто сегодня заглянул. Болейте на СНГ. По поводу стримов с СНГ не знаю, буду не буду. Как пойдет, посмотрим. Так что стримы возобновятся уже, наверное, в мае, после приезда, после 10 мая где-то. Как-то так. Поэтому еще раз всем большое спасибо. Всем хорошего вечера и всем хороших майских праздников.